Саламатсыңдар ма, балалар? Здравствуйте! Hello! Этот урок мы с вами начнем с психологического тренинга. Наш тренинг называется «Добрый день». Сейчас вы будете считать и при каждом третьем счете будете здороваться на русском, на казахском и английском языках. Раз. Два. Хайло. Три. Четыре. Добрый день. Пять. Шесть. Здравствуйте. Раз. Два. Хайрлы кун. Вот, мы с вами поздоровались, и я желаю вам отличного настроения. А теперь, по методу Ширин, мы с вами проведем опрос пройденного материала. Над какой темой мы с вами работали? Имя очистительное. Так, хорошо. Теперь, вот вы видите, у меня цветочек, да? Этот цветочек должен превратиться в красивый букет. С помощью ваших знаний по пройденной теме. Каждый из вас должен высказать свои мнения, ключевые предложения по теме имя числительное. Начнем. Садитесь. Начнем. Мадьяр. Имя числительное, самостоятельная часть третья. Имя числительное обозначает количество, порядок предметов. Отвечает на вопрос, сколько, который, какой. Имя числительное делается на двух путях. Состояние числительное на 5, 6, 100. Состояние числительное, например, 33, 45. Сложные числительные, например, 50, 500. Порядковые числительные изменяйте по падежам, по числам и годам. Они могут быть разными приложениями, подлежащие сказуемым дополнениям. Именно числительные делятся на количественные и порядковые. Порядковые числительные отвечают на вопросы, какой, который. Так, молодцы, ребята. Вот вы видите, смотрите, как цветок превратился красивый букет, благодаря вашим знаниям. А теперь садитесь все на свои места. Thank you.
Кто записал, положите ручки и обратите внимание на таблицу. Значит, в этой таблице склонение составных порядковых числительных. Так, пожалуйста, Дарья, прочитай мужской род. Мужской род. Именительный падеж пятый день, родительный падеж пятого дня, дательный падеж пятому дню, винительный падеж пятый день пятого ученика, третивный падеж пятым днем, предложенный падеж о пятом дне. Так, хорошо, садись, пожалуйста. Средний род, именительный падеж пятое окна, родительный падеж пятого окна, пятого окна, дательный падеж пятому окну, винительный падеж пятое окно, творительный падеж пятым окном, предложный падеж о пятом окне. Так, хорошо, садись. Лариса. Женский род, именительный падеж пятая секунда, родительный падеж пятой секунды, дательный падеж пятой секунды, винительный падеж пятую секунду, творительный падеж пятой секундой, предложение падеж пятой секунды. А пятой секунды, хорошо. Пожалуйста, нажимаем дальше. Множественные числа. Именительный падеж пятый множественный, родительный падеж пятый ножниц, дательный падеж пятым ножница, винительный падеж пятые ножницы, пятые братки, творительный падеж пятыми ножницами, предложный падеж о пятых ножницах. Так, хорошо. Ребята, обратите внимание на окончание, да? Да. Что вы можете сказать? Как изменяется со стороны порядковой числительной? Окончание. Порядковые числительные отвечают на вопросы какой, который. Так, хорошо. Еще. Порядковые числительные изменяются только последние слова. Так, хорошо. Теперь обратите на вторую таблицу. Так, ну давай, читай. Мужской род, именительный падеж, 21-й день, родительный падеж, 21-го дня, дательный падеж, 21-му дню, творительный падеж, 21-й день, творительный падеж, 21-м днем, предложенный падеж, 21-м дне. Так, хорошо. Матья. Средний род. 21-й именительный падеж. Окно. Родительный падеж. 21-го окна. Дательный падеж. 21-му окну. Винительный падеж. 21-е окно. Творительный падеж. 21-м окном. Предложенный падеж. О 21-м окне. Хорошо. Пожалуйста. Женский род. Именительный падеж 21 секунда, родительный падеж 21 секунды, дательный падеж 21 секунде, винительный падеж 21 секунду, творительный падеж 21 секунды, предложенный падеж о 21 секунде. Так, хорошо. Асимай, пожалуйста. Множественное число. Именительный падеж 21 ножница, ножницы. Родительный падеж 21 ножниц. Дательный падеж 21 ножница, винительный падеж 21 ножницы, творительный падеж 21 ножницами, предложенный падеж 21 ножницах. Так, хорошо. Теперь обратите внимание на вопросы. В единственном числе какой вопрос ставится при порядковом числительном? В единственном числе. Порядковые числительные отвечают на вопросы какой, который. Правильно, это в единственном числе, да? А
теперь во множественном числе на какой вопрос отвечает порядковый числительный? Порядковый числительный отвечает на вопрос сколько? Нет, это количественно отвечает на вопросы. Во множественном числе к вообще тупле. Дарья? Отвечать на вопросы какие? Так, хорошо, молодцы. Теперь прочитайте правила. Ну, Рислава. Порядковое числительное похоже из приглагательного. На прилагательное. Да? Как? И прилагательные. Прилагательные. Они изменяются по родам, числам и падежам. И падежам. Хорошо, садись, Дарина. Порядковые числительные образуются от основы соответствующих количественных числительных с помощью окончания прилагательных 6, 6, а я, ое, е, 6, ой, в, их. Так, хорошо. Исходя из этого, мы с вами, давайте подытожим. К какому выводу мы с вами приходим теперь? Какой вывод сделаем? Порядковые числа, числительные, отвечать на вопросы, которые какой. Так, по множественном числе на какой вопрос отвечает? Каким. Какие, хорошо. Порядковые числительные склонения изменяются по родам, по падежам, по числам. Ару. Они могут быть разными членами предложения, подлежащие сказуемое дополнение. Так, хорошо, молодцы. А теперь давайте мы с вами выполним задание. От количественных числительных образуйте порядковые числительные. Алло. Один, первое, два. Все, один. Первый. Хорошо. Махвал. Два, первые. Два балла было в порядковом числительном. Второй. Хорошо, садись. Сабина. Три. Третий. Так, третий, хорошо. Мадья. Четыре. Четвертый, хорошо. Так, а Семай? Семь, седьмой. Так, хорошо, молодцы. Теперь, ребята, мы должны просклонять числительные. Значит, кто будет в доске? Арай, пожалуйста. Арай будет склонять числительное 22 километр. Первая группа, вы будете склонять 22 секунда. Вторая группа, будете склонять 22 место. Сейчас.
Все, да? Да. Так, пожалуйста, Тарай, прочитай то, что ты написала. Именительный падеж 22 километр, родительный падеж 22 километра, дательный падеж 22 километру, винительный падеж 22 километр, творительный падеж 22 километр, предложенный падеж 22 километру. Так, теперь обратите внимание, есть ли у нее здесь ошибки? Нет. Внимательно посмотрите, есть ли у нее здесь ошибки? Где у нее ошибка? Кто нашел ошибку? Алла, пожалуйста. Творительный падеж 22 километр. 22 километр. Окончание О. Я поправлю. Так, еще посмотреть, есть у нее здесь ошибки? Так, пожалуйста. Предложим падеж 22 километра. Так, поправь ошибки. Да. А теперь поменяйтесь тетрадями и проверьте. Вот перед вами таблица, проверьте, правильно ли вы выполните. Проверяем карандашом.
Так. Проверили, да, закончили? Хорошо. Теперь поменяйтесь тетрадями обратно. А сейчас, ребята, мы с вами проведем 5 минут. Ну-ка, встали с места все. Раз, подняться, поднимуся. Два. Так, ребята, посмотрите на упражнение 326. Ару, читай задание. Прочитайте текст. Какую новую информацию вы получили? Напишите составные порядковые числительные вместе со существительными. Поставьте к ним вопрос и обозначьте окончание. Мы говорили Магадан, яркая страница в казахской поэзии 16-17. Подожди. 60-70-х годов. Годов 20-го века. Так, хорошо. Ну, он спросил 50, словно предвидел, что жить ему мало. Он умер в 45 лет. Так, хорошо, Асима. Когда поэт лежал в больнице, он продолжал работать и иногда писал по 5-6 стихотворений в день. Так, хорошо. Ну, раз. Слава к нему пришла после смерти в 80-е годы 20 века. 20 века. Так. В Алматы названа его именем улица установлена. Умер мемориальная доска на доме, где он жил. Так, повтори, мемориальная доска. Мемориальная доска. Так, хорошо. Что вы узнали из этого текста? Он умер в 45 лет. Так, хорошо. Ну, Давид, в течение 2 месяцев написала около 4000 стихотворений. Строк. Так, хорошо. Это поэтический дебют 20 лет. Дебют. Поэтический дебют 20 лет. Алматы названа ему именем улиц. Его именем улиц, да? Так, хорошо, молодцы. А теперь найдите здесь порядковые числительные и запишите в тетрадях. Затем выделите окончание, поставьте вопрос к этим порядковым числительным. Упражнение 326. Кто закончил, положите ручки, чтобы я видела, кто закончил. Так, я смотрю, уже закончили, да? Да. Так, какие порядковые числительные в этом упражнении вы нашли? Пожалуйста, Дарья. 60. Какой вопрос мы поставили? Окончание. Какие? Правильно, окончание? Это слово стоит в каком числе? В единственном или во множественном? Множественном. Множественное число. Хорошо. Дарья. 70-х. Так. Окончание. Ответить на вопросы, как и... Окончание? И. Хорошо. Есть еще числительные в этом упражнении? Так, а вот? 80-е. Так. Окончание? Окончание. И. Вопрос? Вопрос, какие? Какие, молодец. Есть еще здесь порядковые числительные в этом упражнении? Какого века? 20 века. Вот, правильно.
теперь мы с вами должны составить синквейль слову числительное. Подумайте хорошенько и давайте составим синквейль. Мы уже в предыдущих уроках составляли, да, синквейль к прилагательному, к существительному. На каждом уроке мы с вами составляем синквейль. Пожалуйста, Анна. Имя существительное, имя числительное, порядковое количество. Так, хорошо. Дальше. Глагол. Пожалуйста, Марина. Склоняется. Так, склоняется. Потребляется. Уточняется. Уточняется. Хорошо. Без числительных не разобраться в мире. Так, хорошо. Выражение античности. Точности. Хорошо, молодцы. Теперь, ребята, значит, сейчас мы с вами по методу вместе подумаем, составим постер на тему составные порядковые числительные. Вот вам, значит, так, здесь бумаги. Учитель нам говорит по порядку расчетились.
Рассчитайтесь. Рассчитайтесь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Хорошо. Молодцы. Садитесь. Так, вторая группа готова? В 2017 году наш Казахстан провел экспо. Так, хорошо. Где здесь у нас порядковые числительные? В 2017 году. Какой мы вопрос поставили к этому числительному? Каком? Каком? Молодцы. Садитесь. Молодцы. А теперь, ребята, достаньте дневники. Запишите домашнее задание. Домашнее задание вам такое. Вы должны... На странице 183 вам дано самостоятельное задание. Значит, вы должны составить письменно свою автобиографию, записывая цифры словами, подготовить сообщение на тему «Мое хобби». Вы должны включить в свой рассказ имена числительные. Уже страница 173. Самостоятельное задание. Так, кто записал, положите ручки. Так, ребята, теперь мы с вами проведем рефлексию. Стратегия называется 5-3-1. Значит, вы должны назвать 5 ключевых слов, составить 3 предложения и одну главную мысль по сегодняшнему уроку. Так, давайте начнем. Назовите ключевые слова. Простые, хорошо. Числительные. Имя числительные. Порядковые. Составные. Порядковые. Составные. И последние. Сложные. Сложные. Хорошо, молодцы. А теперь составьте 3 предложения. Далее, пожалуйста. Порядковые числительные отвечают на вопросы. Какой, который? Хорошо, молодец. Матья, пожалуйста. Порядковые числительные изменяются только последние слова. Хорошо, молодец. Они могут быть разными предложениями, подлежащие сказуемым дополнением. Молодцы. Вот я смотрю, вы хорошо усвоили. Теперь одно предложение по всему уроку. Одно предложение по всему уроку. Какое предложение? Так, Ари. Урок прошел очень интересно. Хорошо, молодцы. У кого какие мнения? Старта, когда ее ладно? Еще. Дайра, пожалуйста. Мы хорошо усвоили урок. Так, вы хорошо